Поехали. После концерта сидели, пили, зашел разговор о смерти. Типа кто-то же из нас крякнет первым. Скорая, ритуал, как гроб, могила, черви. 3-9-40 и далее по списку. Тетерин, Алексеев, Крамер или Кюстинский. Кто-то будет первым, кто-то последним. Значит, если всех одновременно не захуячат. Обсудили этот вариант, решили, вряд ли. Все-таки придется мазать по щекам капли. Троим сначала, потом двоим и одному. Вот уж кому не позавидуешь, так это ему. Каким он будет? Дедом, седоволосым, с растительностью, торчащей из ушей и носа. Или все случится раньше, мне неизвестно, да ну и хрен с ним. Лучше меня друзьям все развеселял. С ними все равно, рай, земля или ад. С ними ты везде будешь счастлив и рад. Но мертвые друзья, это грустный расклад. Лучше меня друзьям все развеселял. С ними все равно, рай, земля или ад. С ними ты везде счастливый раунд. Но мертвые друзья — это грустный расклад. Наш басист Саша Кислый — реальный профи. По части настоящего рок-н-ролля философии. На любую ситуацию в жизни этой у него есть два универсальных ответа. Это может шокировать тех, кто не знаком с Саньком. Но если ему скажешь: Сань, сгорел твой дом, как бы ни был на лице твоем эмоции, что он шурит тебе, ответит фразой: ну и что? По мне так, это правильное отношение ко всем проблемам, не имеющим решения. А если все же что-то можно еще исправить, скорее всего, Саня делать ничего не станет. Вокруг все рушится, мир колбасит и трясет, а Кислый говорит спокойно: вот и все. Ну вот мы решили, что будет надо на надгробии написать эти две цитаты. Типа кто первым крякнет, утрется в нос. Вот и все, точка, ну и что, вопрос. Лучшие друзья всюду развеселял. С ними все равно.